Всем добрый день! И сегодня я после своего месячного, но это было, конечно, не заточение, даже не знаю, как назвать, сидение дома и не хождение в магазин, попала в фикс-прайс. Даже не в один, а в два. Если честно, я думала, что я сейчас дорвусь и смету там полки. Потому что я на этой неделе смотрела обзоры фикс-прайс, новинки, на канале Юли из Курска, канал называется «Красота в мелочах», и она там столько новинок показывала, вот у нее на этой неделе, по-моему, два обзора вышло, и я все смотрела, в принципе, из этих новинок, ну, много чего купить можно было бы мне, много бы чего надо было, но у меня сложилось такое впечатление, что все новинки остались в Курске и до Москвы не дошли. Ну, кроме одной новинки, которую я вам сейчас покажу. В принципе, я все равно что-то аналогично собиралась покупать. И я вам ее покажу. Так что вот. Ну что, давайте начнем. И начну я вот с такого светильника. Ой, немножко отодвину. Ой, не разбить бы. Вот такой светильничек. Видите? Это вот как раз из серии новинок. Единственная новинка, которая есть в одном из наших фикс-прайсов. Ну, во-первых, начну с того, что здесь есть вот такая штучка. И с зеркалом. Зеркало, видите, пленочкой проложено. Пленочку я пока не снимала. Очень приятный пластик. Видите, такой цвет. Да даже не знаю, как его назвать. Бледно-бирюзовые. Там еще были розовые и белые. Значит, что еще хорошо? Может работать на батарейках. Свет не яркий, матовый. И может работать от USB-провода. Вот такой здесь USB-провод прикладывается. Вот. Производство, естественно, Китай. Вот. И стоит он 249 рублей. Такой светильник. Мне просто нужно было обязательно в одну из комнат купить такой светильничек, потому что как-то вот кроме большого света здесь ничего не осталось. Что еще хорошо? Я уже вставила батарейки, 3 батарейки пальчиковые сюда надо. И, значит, включение сенсорное. Я вам сейчас покажу. Ярче и еще ярче. И выключается. Вот, я пока ставила батарейки, USB мне пока не очень удобно, мне нужно, чтобы просто он стоял на подоконнике. Вот, вот такой цвет красивый, вот такой светильничек. Вот это вот одна из новинок. Это, кстати, один из фикс-прайсов, в который я сегодня попала. Это метро Тушинская, торговый центр «Праздник». Там вот, там, где магазин «Лента», там же находится и этот фикс-прайс. Давайте я пока оставлю его включенным, чтобы было посветлее, да? Вот так. Так, что еще я в этом фикс-прайсе взяла? Я взяла средство для очистки труб. Я уже брала не один раз, мне очень нравится. А здесь, значит, у нас сколько? Господи, я уже опять потеряла. Сколько? 750 грамм. Стоит это средство 55 рублей. И производство... Я ведь смотрела, чье производство. Сейчас я вам скажу. Город Ступино, Московская область. Но я использую его где-то раз в месяц в целях профилактики, потому что ну, дом относительно старый, и уже даже не сколько у нас плохо проходит вода, а сколько уже вот в самом вот основном стояке. Видно там что-то, потому что я уже и чистила, и пробивала, и все равно бывает, что вода плохо проходит. Так, еще купила вот такой гель для стирки мультиактив. Аромат яблока после стирки, аромат манго во время носки. Значит, подходит для всех видов ткани. Здесь у нас литр 400, стоит он 77 рублей, считается как универсальный. Производство Рязанская область, город Ряжск, видите, написано универсальный. Почему взяла его? Вы знаете, я в последнее время убедилась, вот берешь
гель отдельно для цветного, отдельно для черного. Мне кажется, что эффект один и тот же. Поэтому беру последнее время универсальный гель, использую его. Ну, а по поводу ароматов не знаю. Такой гель я первый раз беру, значит, вот видите, прям вот написано. Аромат яблока после стирки и аромат манго во время носки. Не знаю. Вот, на 140 стирок. Вот. Это вторая покупка в этом фикс-прайсе. Обманула. Не вторая, а третья. И взяла в этом фикс-прайсе чай вот такой, Кертис. У меня как-то вот фруктовые чаи все позаканчивались. Период моего месячного отсутствия в магазинах. Значит, что здесь у нас написано? Цейлонский черный чай с ароматом ягод, кусочками клубники и малины, лепестками роз. Но я уже такой брала, 55 рублей он стоит. Мне он очень нравится. Забыла сказать, чек из первого фикс-прайса у меня получился на 436 рублей. Так, и второй фикс-прайс тоже около метро Тушинского. Там прямо около метро такой небольшой домик стоит, и там фикс-прайс на первом этаже. Давно не брала пряники «Ананасовое кольцо», 55 рублей. Еще раз, кто не помнит, напомню, что производитель город Киров, Кировская область. 400 грамм здесь, 55 рублей. Давно мы не брали, нам очень нравится. Вот, и сразу скажу, еще взяла там в этом втором фикс-прайсе арахис жареный 100 грамм, 55 рублей. И ядра грецкого ореха 77 рублей, тоже 100 грамм. Но это я брала специально маме Гале, она так периодически в течение дня орешки щелкает. Вот, и поэтому я уже ей отдала, она там у себя в комнате, они у нее лежат, поэтому я их вам показывать не буду. Так, ну что, взяла опять вот такую пасту. Парадонтол. Постоянно ее берем. Стоит она 55 рублей. Значит, бывает она вот такая сиреневая, оранжевая и зеленая. Ну, в принципе, нам все три цвета нормально подходят. Не очень она такая жгучая, то есть нормальная. Производит ее, по-моему, фабрика «Свобода». По итальянской технологии, по-моему, так. 55 рублей. Взяла на пробу вот такой крем. Ни разу не брала. Это вообще крем для рук. Называется Fanny Organics. Крем для рук Сакура. Вот. Производство. Сейчас, подождите. Прочитаю, я вам сейчас скажу. Производство Китай. Вот, такая киска симпатичная. Там много вариантов было. Сакура, еще какие-то, в общем, цветочные все запахи. Очень заделано хорошо. Вот видите, здесь фольга. Правда, сквозь фольгу все равно чуть-чуть запах есть. Но если он, этот крем с таким запахом, и когда его откроешь, то есть очень ненавязчивый запах, по качеству не знаю, не пробовала. Стоит он 99 рублей. Взяла вот такие пакеты для завтраков. Быстро разлагаемые, 200 штук, 18 на 28, био. Стоят они 50 рублей. У нас есть пакеты, но, знаете, тут столкнулась с такой вещью, что они у нас все большие. Тоже в рулонах, но они большие. А бывает, что вот надо что-то маленькое положить. И я поэтому взяла вот эти маленькие пакетики. Вот, ну что, 50 рублей 200 штук. Я считаю, что очень даже нормально. У меня съехало все так. Ну и теперь, ой, нет, это сейчас мне вообще все упадет. Сейчас подождите, я вас поправлю. Вот. Ну и теперь самое интересное. Вот такую книжечку взяла, мне нужно в подарок было 0 плюс. Значит, смысл в чем? При намокании картинки окрашиваются, вот эти картинки. У нас улики такая книжка была, она сделана из, ну, такой из клеенки. Производство, конечно, Китай. Было много вариантов. Там и космос, и африканские животные, и какие-то роботы, и машины. Но так как мне нужно для девочки годовалой, которой вот недавно годик исполнилось, я думаю, что как раз домашние животные, вот в деревне, да, сейчас я вам покажу, вот, а то отсвечивает. Очень даже, да что ж такое-то,
очень даже подойдет. Плюс еще здесь что хорошо, здесь видите, еще стежки есть. Вот. И еще вот. У нас у Лики была такого плана книжка. Ребенок купал с ней с удовольствием. И я думаю, что даже если у них есть что-то аналогичное, лишнее не помешает. Как показывает практика, игрушек много не бывает. Значит, была упакована вот в такую прозрачную пленочку. Я специально достала. Знаете, когда достала, в первый момент слабый-слабый запах пластика был. Но вот сейчас уже какое-то время полежала, она, я специально так сказать, экспериментирую, будет запах или нет. Сейчас вроде запаха нет. Не знаю, как при в теплой воде будет она себя вести, но, по крайней мере, она должна окрашиваться. По поводу запаха ничего не могу сказать. Вот, я считаю, что подарок для годовалого ребенка... А, забыл сказать, сколько она стоит-то. Что-то я это самое... Сейчас скажу, сколько она стоит. Книжка эта стоит 149 рублей. Вот, так что очень даже приличненько. Так, вот такой набор маркеров взяла с эффектом металлик. Совершенно случайно на него кинула взгляд, потому что канцтовар, в принципе, ничего не собиралась покупать. Здесь 6 цветов. Стоят они, сейчас я вам скажу, сколько они стоят. 99 рублей. Почему взяла? Мы когда месяц назад уже с лишним с Ликой ходили в фикс-прайс, она искала их. Она где-то в обзоре видела, ей очень понравилось, сказала, что ей очень нужно. Но вот месяц назад мы ни в одном из наших фикс-прайсов не нашли. Вот сегодня мне попался, я взяла. И, по-моему, производство... Тоже, по-моему, Китай. Сейчас я вам скажу. Во-первых, сейчас я вам состав прочитаю. Полипропилен, волокно, вода, пигмент, алюминиевая пудра, глицерин. Да, Китай. Вот. Я уже Лике фотографию отправила. Я говорю, такие искала. Она говорит, да-да-да. Говорит, бери. Я говорю, я уже взяла. Вот, так что вот порадую ребеночек. У них скоро каникулы. Приедет к нам в гости, я ее порадую. Вот, и сегодня взяла вот такую шкатулку. Они давно, в принципе, у нас есть в фикс-прайсах. Они есть в белом тоне. Там, видите, они вот так вот как под старину, под потерты сделаны. Есть белые такие и вот ну, такие серо-бежевые. Давно на них смотрела, мне нужно было как-то подарок купить. Но вот как-то так вот все не собралась. Но сегодня думаю, ну надо же все-таки взять, а то вдруг они закончатся. Действительно, белых уже мало было, эти вот бежево-серые еще были. Сначала хотела взять белую, но когда их поставила рядом, вы знаете, мне как-то вот бежево-серое показалось... более такой, как сказать-то, более интеллигентный, вот так. То есть белая, вот она попроще смотрится. Видите, вот здесь тоже внизу как будто потертости такие. Сделано, вот тут даже показано, что целая серия должна быть. Но я только вот шкатулку видела. Значит, что у нас, давайте я вам прочитаю. Вы пока посмотрите. Она вот крышечка, вот, ой, заклеена. Сейчас, подождите. Сейчас. Ай. Как снять-то? А, о, тут заклеено все, то есть я до дома нормально довезла, не без коробочек. Ну и внутри там вот просто, видите, то есть такая вот шкатулочка. Сейчас давайте мы с вами почитаем, что тут написано. Так, доломит, ну и производство, как обычно, Китай. И стоит такая шкатулка 199 рублей. Вот. Так что вот, вот такая шкатулочка. Вот, вот такие у меня сегодня покупки в фикс-прайсе. Новинок нет. Юля, давай переправляй к нам. Переправляй к нам новинки, потому что как-то плохо. Ну, в общем, еще раз я поняла, что все фикс-прайсы разные. Потому что вот в двух фикс-прайсах, вот в одном у меня получилось, я взяла всего 4 позиции на... 436 рублей, в принципе, там, я говорю, такие вот вещи, которые у них, в принципе, постоянно бывают, там, арахис, грецкий орех, там не было. А, и, кстати, ананасовых колец тоже не было, вот, поэтому я там и не взяла. А вот во втором фикс-прайсе, да, вот там побольше.
Вот, ну, будет, если в Римчика, я еще в один съезжу фикс прайс. Но он, правда, надо на автобусе ехать, так прилично от нас находится, но он побольше. Может быть, там что-то интересное будет. То есть новинок, вот, в принципе, никаких. Ну, кроме вот этой вот лампочки, да, вот этой вот, которую я купила. Вот. Ну, вот такой вот у меня сегодня получился обзорчик. Немножко отвела душу, скажем так. Вот, все, на этом я всем закончу свой обзор. Всем пока-пока. Еще обязательно увидимся и услышимся. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки. Все, пока-пока.